Всем привет! Сегодня я покажу вам, как создавать свою музыку на Android. В общем, скачивайте игру WebPad, которую вы сейчас видите на экране. Дальше в него заходите. Здесь кучу стилей. И разных стилей. Мне нравится. Вот сейчас я вам покажу. Тут вот их много. Видите, как их много здесь. Чудесно. И новые появились разные. Вон новая вкладка есть. И Rov Techno. В общем, давайте новую включим. У меня ломаная версия, так что доступны все стили бесплатно. Так что можете поискать в Google. Просто нажимаете там, вот где написано бит, басы там и так далее. И вот. Как же записать это в аудиоформат? Нажимаете сверху запись. И когда клавиша становится красной, тогда и смотрите. Кстати, если вы услышите похожую мелодию, похожую... Короче, я буду брать музыку из этого приложения, потому что она без авторских прав. Тут и сторона Б, сторона А. Сейчас я запишу что-нибудь. Вот, нажимаю запись. Дальше нажимаю вот сюда. Теперь нажимаете на запись, и когда вы хотите сохранить, нажимаете сохранить. Например, играет какой-то трек, вы хотите остановить полностью все. Вот они два играют, вы хотите остановить, нажимаете на в правом верхнем углу квадратик, и все сбрасывается. Вот разные здесь стили есть. Тут есть даже такой похож на... Сейчас, Wave. Вот моя музыка. Тут вот скачанные стили, вы видите, во вкладке «Моя музыка». Вот Sound Wave мне нравится. Sound Wave. Так. Вот так и создаются небольшие музыкальные аудиофайлы. Я уже даже знаю, куда это вставлю. Там у меня новый ролик готовится про киевское метро. Я, правда, записываю видео, но почему-то никак не выходит у меня это видео, в общем, смонтировать. Поэтому я, как закончу его, я вам обязательно его выложу на канал. Мне очень нравится музыка. Я как только зашел в это приложение сейчас, то у меня сразу же в голове появилось новое как бы для видео с монтажом. Там появилась новая, в общем, идея. Так что скачивайте это приложение. Так, всем спасибо и до скорых встреч. Скачивайте это приложение и не забывайте поставить мне лайк.